А что это вы тут делаете, а? Стоило мне уйти. Ой, ой, боже мой. Боже, какое счастье, бутылку нашел. Ой. А там простая вода. Марсель, ты знаешь, что я еще могу сладкое налить? Так это вообще будет вообще. Летить чуть ли мне не на голову, а? Ну, Марселю повезло сегодня. Окно открыли там, да. Окно открыли, потому что свежий воздух. Ты видел, что у него там бутылка? Эти Марсель. Только единственный недостаток, что вода не сладкая. Ты уже окно закрывай. Мы тут дышали свежим воздухом. Маленькие летают, летят и замерзают. А, маленькие, да, летают. Если бы они сидели, я забыла. Я вообще не вижу, где они летают. Вот. Где-то на кухне. Но они только что тут летали. Посмотри на кухню. Смотри, хочет Грети уже залезть, съесть у него все, да? Не пошла. А Грета же, наверное, не пускает, да, Грета? Грета, ты не пускаешь? Никого в свою территорию? Да. Это молодец. Тиффани хочет что-то у нее там съесть. И думает, ага, сейчас еще клюнет меня. Не пойду. О, Бубочка, куда ты собрался? Как ты научился красиво слазить? Боже мой. Уже боится спрыгнуть. Ой, ой, толстопузик мой. Ой, мой ребенок пошел в засаду. Мой ребенок вышел в засаду. Метки, найди сейчас. Вот так. Вот так. Отомстите по Марселю за это. За то, что он бутылочку ел. Вкусной воды. Движуха какая-то начинается. Какая-то небольшая движуха. Категорически не хочет выходить. Категорически не хочет выходить из клетки, потому что там тусуется Тиффани. А, Тиффани нашла морковку в другой клетке. Ой, ты Тиффани. Ай, ты да моя добыча. Мне кажется, на кухне такая же. Тиффани, мне кажется, на кухне такая же. Нет, надо попугаю забрать. Да? Это у нас немножко Чарли сходит с ума. Это когда я снимаю. Приходится ложить трубку. Ой, Чарли ругается. Надо быстро, срочно. Срочно надо. Так, не кричите все. Кристина возмущается. Этого Чарли. Чарли, что за поведение? Кристина опять пошла. Ой, Кристина говорила, Тиффани опять пошла что-то там искать. И сейчас как найдет. Саша, Чарли с ума сошел. Ты
Потом кричи, чтобы я не снимала. Как я снимаю, так Чарли устраивает нам. Марселька. Папа вытянул все подстилки на улицу. Сказал, надо вытрушивать. Да. Негде даже полежать. На, иди на, иди на окно. Ой, Чарли сейчас получит. Марсель хочет играться и не знает с кем. Сейчас, наверное, получит капельку. Сейчас получит Африка. Леон ей помогает. Да, Леон? Ты помогаешь Африке? Тиффани опять что-то украла. А ты уже. Вот голодные лиса, не кормят. Сейчас это будет борьба с умом. Борьбу, скажи, с ними. Потому что Чарли кричит невозможно.